Каролина, ты выиграла два турнира подряд. Каковы ощущения сейчас? I feel really good. I feel Конечно, like прекрасно. У меня получился хороший теннис really последние недели, и к US Open я пришла в хорошей форме. Ты выиграла целую серию. Это как-нибудь давит на yes, тебя? It's very special for me. Для меня это важно. All the, everyone ведь все участвовали в этой серии, и победив, я чувствую себя прекрасно и уверенно. Ты всегда улыбаешься. Это стиль, манера или настроение? I'm just happy. I'm я просто счастлива. And, мне все нравится. Like мне приятно it's, улыбаться. It's nice мне просто хорошо. Мы наблюдаем, как папа часто подолгу объясняет тебе что-то во время матча. Это помогает тактически или психологически? Думаю, так и так. И тактически, и психологически это придает мне силы на следующие геймы. Gives me that small extra that helps me in the next games. И может все-таки что-то можешь сказать по-русски своим болельщикам в России? Я не знаю, что сказать, но всем спасибо, что болеет за меня. Thank you. Thank you.